Три, четыре. Познакомились, поцеловались, продолжаем. Ну почти. И так, и так, и так, и так. Пять. Вау. Шесть, семь, восемь. Смотрите, вот, раз резиночка пирачка. Ну потому что ты задела кожу. А если я задену трусы? Твою мать. Шею, шею, шею. Еп. Хорошо, окей. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, а это моя подруга и моя соведущая Лиана. Всем привет! И это четвертый выпуск шоу «Бутылочка». Уже четвертый, прям темп нарастает. Сегодня у нас будет жарко 100%, во-первых, потому что это шоу «Бутылочка», как бы тут бесспорно. Во-вторых, вы уже, наверное, проголосовали, да, в третьем выпуске за человека, который должен пройти в суперфинал. Если вы до сих пор этого не сделали, то обязательно сделайте и посмотрите прошлый выпуск по ссылочке ниже в описании. Я напоминаю вам подписаться на канал Карины, потому что она очень старается. Давайте добьем ее наконец-то 3 миллиона. Подписаться на наши инстаграмы, ссылочки в описании, там бэкстейдж, много интересного. Ну и, соответственно, я напоминаю вам, в свою очередь, писать интересные наказания для ребят последующих выпусков. То есть пишите в комментариях то наказание, которое вы считаете должен выполнить тот или иной участник, который пришел в гости ко мне на канал. И, возможно, мы выберем именно твое наказание, и ты появишься в ролике. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, теперь это говорю я, и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Мы начинаем. Чтобы выиграть, ребятам нужно пройти 3 тура, в каждом из которых участники крутят бутылочку и целуются. Вначале просто чмокаются, но потом их ждут усложнения. Посмотрим, кто сможет дойти до конца и поцеловаться по-взрослому. Ну и настало время представить участников сегодняшнего выпуска. Ребята! Да, вот так вот все резко. И при этом прямо сейчас вы услышите правила первого тура. Участники по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать. Для начала просто чмок в губы. Если участник отказывается от поцелуя, то он вылетает. Ну что, мы с тобой по традиции выбираем, кто первый крутит, да, бутылочку. Да, в тот раз выбрала я, поэтому давай ты, Ляночка, сейчас выбирай. Ладно, давай. Девочка оранжевая была, Клави. Ага, она тут одна, слева. Давай, красотка. Давай, крути. Наблюдаем. Наблюдаем. Самый главный наблюдатель. Итак, и так, и так, и так, и так. Опа. Итак. Так. Ну, давай. Такое неловкое, ребята. Кстати, такое неловкое «ну давай» в начале. Первый тур, когда проходит, сразу «ну давай». Ну что, целуемся? А первым всегда страшнее всего, мне кажется, самое ответственное. Да, конечно. Крути. Такой посмотрел, у нас можно? Милашка. Ну что, сразу, по карте. Давай. Целуй, целуй, целуй. Ну сразу, 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 сразу. Нет, нельзя. Давай, давай. Чмок вообще ничего не значит. Молодцы. Не было. Не было? Окей. Еще раз. Еще раз. Оранжевая волна. Это мне среди. Все, давай. Окей, хорошо, дальше. Это... Итак. Оба-на. Ну, тебе уже не привыкать. Супер. Дальше. Продолжаем. Ага. Итак. Опа, вообще без проблем. Вообще так легко. Продолжаем. Тихонько, прям красота. Эй! Эй, 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 эй! Ой, красавцы, молодцы! Хорошо, хорошо. Мокро? Кто-то уже тут потек. Да. Ну давайте. Ну по примеру первых мальчиков. Просто забудем на. Опа. Какой быстрый первый тур. Да, да, все, первый тур что-то вот по сравнению с теми двумя первыми выпусками намного как бы быстрее, да, быстрее. Осмелели у нас участники. Супер. О-о-о. Далее. Давай. Бля, Саня. Целуйтесь. Супер. Это дальше. Это тоже было
было мокро, скажи мне. Это было мокро. Опять мокро? Что ты? Эй, бро! Вытри губы. Русские. Вангельно выкручиваем. Так, крутим дальше. Опа. Тебе везет. Ну это ты. Ну что? Фартит, фартит. Оп, вы же мои-то. Как с детьми, знаешь? Да, 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 да. Ой, поцеловались. Что за смысл? Я молодцы! Какие смелые парни! Я прям кайфую! Мне тоже нравится. А давай, наблюдать. Может быть, сразу, пока они там по горячим следам снимут балаклавы и увидят друг друга? Ты хочешь сказать сейчас, это уже должно произойти? Да, все, произойти. Они все покрутили. Ребятки, давайте, снимайте балаклавы. И смотрите, кого вы целовали. Друг на друга. О, блин, пацаны. Красавчики, просто все. Ну и, соответственно... Нам друзья уже. Ну я постарался. Ну и сейчас вы, ребятки, наконец-то услышите правила второго тура. Участники снова по очереди крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 5 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен будет снять один элемент одежды, чтобы пройти в следующий тур. Если участник отказывается делать и то, и другое, то он вылетает. Ну что же, Лянечка, ты выбирала в первом туре. Теперь давай я выберу ты. Сейчас вот этот тихенький мальчик, на которого я смотрю. А ну-ка. Давай, о, крути. Ну давай. Его волосы красивее, чем мои. Какого черта? Итак. Ну смотрите, у вас есть два варианта. Ты можешь поцеловать в течение 5 секунд по-взрослому. 5 секунд. Второй либо раунд ты уже, снимаешь да? один элемент одежды. А... Носки не считаются. А можно... Нет, просто... не считаются ни носки, ни аксессуары. Ни носки, ни аксессуары. Но... Ты не будешь его целовать? Не, я сниму, конечно, а целовать не будешь? Быть. Нет, не буду. Ну давай, окей, тогда раздевайся. Хорошо, тише, устро. Слушай, ну конечно, с таким телом, мне кажется, грех не раздеться вообще. Я молчу. Мне кажется, он просто искал повод, куда бы прийти, чтобы раздеться. Может быть. Готовился, ждал, специально все под девочки, девочки, не набрасываемся, релакс. Релакс. Готовимся к бутылочке, к третьему туру. Разминаем губы. Разминаем руки, чтобы бутылочка попала, сами знаете, на кого. Так, кажется, у кого-то есть фаворит. Опасно. Ну, есть, но не в этом выпуске. Да, согласна. В первом, Нойлз, да? Нет. Крутим. По-взрослому нацелу. Так, стоп. Понятно. Получается, ты? Ну да. Раз, два... Три, четыре, пять. Молодцы, ребята, дальше. Как тебе его поцелуй? От одного до пяти. Три. А чего не хватало? Языка. Ребята, учтите. То есть ты была не против? Ну, мы же по-взрослому. Ну да, вот тут, кстати, по факту. Кстати, по факту, да. Ну что, крути. Акула сегодня крутит, давай. Пожалуйста, это Стич. Это Стич. А, это Стич, прости, ой, пожалуйста. Похоже на акулу, реально. Похоже реально на акулу. Как это было близко. Опа-на. Это между. 5 секунд по-взрослому. Либо ты можешь раздеться. Раздеваешься? Нет. Поцелуй? Нет. Поцелуй, давай. Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Супер. Молодцы. Дальше. Да, это очень неловко. Да, это очень неловко. Кто там? Что это такое? Даже не знакомы. Я Саша. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Ой, ты такая, дальше все. Познакомились, поцеловались, продолжаем. Прекрасно. Чисто самооценка Андрюша Нейлс. Я снимаю. Опять себя? Элемент одежды нет. Элемент одежды снимаю. Я же могу носить. Я думала, они целоваться сейчас будут, уже приготовилась. Нет, либо штаны, либо футбол. Давай красиво как-нибудь. Как там делаете?
Ну, почти. Давайте поддержим. Продолжаем, ребят. Как холодно. Не, ну здесь мне правила больше нравятся. Мне страшно, очень страшно. Да, естественно, страшно. Нам тут всем страшно. Нам-то с Кариной как страшно. Да, да. О, как раз рядом. Целуйтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Супер. Ляна, опять шесть. Я пытаюсь, я понимаю, что это две пары. Сейчас, скоро уже третий тур будет. Я объединяю сердца. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста. Давай. Тут бесспорно, как бы. Такие у нас голые мальчики стали. Все. Святая Троица. Поддержишь? Не хочешь? Красота. Давай. Продолжаем дальше. Одно удовольствие смотреть прям со всех сторон. Мой желание загадывать. И так. На бою. О. Ну что, целуетесь? Раз, два, три, четыре. Это супер! Неожиданно! Продолжаем. Такая у нас красивая бутылочка в клинице. Итак, бутылочка показала на девочку. Целуетесь, нет? Все, по знакомству. Ладно, Валентинович такой. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, ну, ребят. Теперь ты расскажи, как тебе поцелуй с ней. От одного до пяти. А почему? Опять языка не было? Да. Да? Слушайте, кто-то поставьте пятерку уже. Давайте, ребят, стараемся. Давайте, все, стараемся. Хорошо. Продолжаем, сейчас уже третий. А то сейчас Карина всем покажет. Да. Покажу. Мне потом покажут. Вот так. Да, да, да. Раз, два, три, четыре, пять. Вау, вот это я понимаю. Ну-ка, по оценочке теперь. Чего не хватило? Просто вообще, мы мало и лучше. Окей, продолжаем, ребят. После поцелуйчика все такие скромняшки, такие, вот этого и не было. Фух, слушайте, ребят, вы обалдели, вас 10 как было, так и осталось, никто не вылетел. Ну, именно поэтому придуман третий тур, правила которого вы прямо сейчас услышите. Также по очереди участники крутят бутылочку. На кого указывает бутылочка, того и нужно поцеловать в течение 10 секунд. Если участник отказывается от поцелуя, то он должен выполнить жесткое задание, чтобы выиграть. Никто не выбыл. У нас третий тур, ребята. Вы все дошли до третьего тура. Я недовольна. Ну и третий тур, к тому же, самый жесткий. Сейчас посмотрим, самый жесткий, да. Все-таки выйдет, кто не выйдет, у кого получится, у кого нет. Так что давайте, ребята, мы можем начинать. Опять же, выбираем, кто крутит бутылочку, я так понимаю, правильно? Да. Девочка с такими бордовенькими волосами, красивыми. Давай. Мы сейчас будем жестить, ребят. Да, все, сейчас мы сейчас будем жестить. Злыми. Мы будем злыми ведущими. Итак. Либо вы целуетесь 10 секунд. А давай так, раз они уже целовались, пусть выполняют наказание. Сейчас, сразу? Ну да. Но они уже целовались. А, ну хорошо. Мне нравится. А что делать, ребят, их осталось 10, как вам выбирать победителя? Как-то жестоко сегодня. Облизать лицо девочки или мальчика, которую выберут участники? Облизать, то есть не вот так просто лизнуть, а прям вот так вот. О, боже, серьезно? Да. Покрутим бутылочку прям. Да, ну крути бутылочку, на кого выпадет, то лицо и будешь облизывать. Да, пускай так будет. Ну, сейчас просто. А то никто не хочет. Для кого задание? По иронии судьбы. Для девочки. Но если другой человек откажется, то тебе придется выбыть, понимаешь? Поэтому как бы придется уговаривать. Это ты! Это ты! Ты сама хочешь? Но она хочет остаться, но при этом... Ну, прям вообще прям смачно. Ну, вообще желательно. Да, вот прям все лицо. Увлажняющая масочка. На, постими. Мейкап. Нет, просто все, как быстро сделай, так и делай. Не забудь глаза, нос, губы. Ну, это то же самое, что поцелуй, в принципе. Два. Два.
Мы же по привычке считаем. Подожди, это не все лицо? Губы, нос, глаза, лоб. Все сразу лежи. Давай, давай. Давай, еще. Губы, нос, глаза, лоб. Еще. Конечно. Да, конечно. В носик залезь там чуть. Какой ужас! Да, что-то ребятки мне подсказывают, что сегодня у нас мало кто. Она как, знаешь, она облизывает лицо и смотрит на меня, мне так неловко. Расслабься! Расслабься, пожалуйста. Сегодня мы с тобой кайфуем. Давайте, заказывайте на корпоративе. Ой, я думала, опять... они поцеловались уже, я такая, нифига себе. Да, все, было, окей, все, продолжаем, ребят. Хорошо, молодец. Хорошо, дальше, крути. Не, потому что... Стич. Мне нравится, что она другая. Как тебе увлажняющая масочка? Мне очень понравилась. Понравилось? Реально тебе понравилось? Нифига себе. Положительные офигеть. Эмоции от облизывания лица. Вот это я впервые. Нет! Конечно. А вы целовались уже? Нет. С Полиной? Нет. Кто тебе выпал? Полина? Ира. А, тебе выпала эта девочка? Кто с кем целуется? Что ты выбираешь, задание или поцелуй? Поцелуй. Поцелуй. Ну, 10 секунд. По-взрослому. Все, целуйтесь. Целуйтесь. Ну, давай. Погнали, ребята, на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер, продолжаем. Оценочку-то, оценочку давай узнаем. Да, оценочку. Ну, давай по десятибалльной. Ну, давай по десяти, да. Да. Шесть. Шесть. Без языка или с языком было? Они ну-ка. Без языка целовались. Без языка? И уже шестерка? Немного, это не окей, хорошо. Значит, неплохой такой уже поцелуй-то был. Так-то. Шестерка это так себе. Ну, да? Ну, а с языком это я бы еще 2 балла добавила. Может, было бы еще хуже с языком. Может, была бы тройка, знаешь? Ну да, кстати. Ладно, Лил Стич, мы ждем твоей реабилитации. Да, продолжаем. Прости. Караутим. Итак. На что ты целуешься или выполняешь задание? Ну что, не устроились, все готовы целоваться? Все готовы, все у нас бесстрашные, что в третьем. Они целовались уже? Да. Они уже целовались? Мы целовались. Нет? А, ну все, окей, погнали. Раз. Давайте. Уже раз был. Да, 10 по-взрослому, девочки, на десятку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Они так увлеклись. Так, оценку, оценку, оценку. Десяточка твердая. Все девочки круто целуются. Вот к мальчикам вопросы у меня возникли. А ты ей что поставишь? А ты ей что поставишь? Бля. Бля. Окей. Женская солидарность 10. А реально? Реально? Потом такая, ну, троечка на тебя. Реально, 8, потому что, мне кажется, ты слишком мало открываешь рот. Ну, типа, падаем круто, знаешь? Ой, это страшно. Мы что-то поцелуем. Окей. Не, можем так чуть-чуть. Есть такое. Неловко. Ну что, крути. Круто, спасибо за честность. Итак. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Задание 100%. Давай, задание? Хорошо. Задание. Выбираешь задание. Окей, твое задание. Задание. Поцелуй 20 секунд. Нет, такой. Поменяться нижним бельем с участником, на которого показала бутылочку. Нет, сначала кажется, да, мы должны увидеть резинки, а потом увидеть. А, да? Давай. А где как? А все, ну, вон камера впереди. Вот, смотрите. Вот, раз резиночка, короче. А твою какие? Могу вот сюда показать, смотрите. Блин, вы что, вы отчаянны, вы реально сделаете это? Келлин Кляйн. Черная и белая полосочка, запоминаем. Идите, у вас... Сделаем это дерьмо. Я была уверена, что никто не будет меняться бельем. Я тоже была уверена. Офигеть. Похоже, у нас, ребят, бесстрашные участники, и хрен кто сегодня вообще выпадет. Офигеть. Покажите, вы реально это сделали! Смотри, внимательно! Просто, блин! Смотрим! Я не знаю, что сказать. Ну ладно, мы вам верим. Ребят, вы крутые, наверное. Ну да. Что, сойдёмся? Что такого, поменяться нижним бельем с другим человеком? Не знаю, мне кажется... Ох, капец, это, конечно, градус у нас. Я просто в шоке. Итак... Полина целуется. Ну,
Или не тебе? Кто там? Это ты, ну смотри. Вот. Так, ну, решайте. Смотри, я на пол. Нет, это девочка. Да, это с девочкой поцелуй, с девочкой. Я никогда в жизни не целовалась с девочками, это принципиальная позиция, по мне это прям фу по этому заданию. Реально? Да. Хорошо. Почему? Итак, Полина, твое задание. Пока не читай, пока давай сами читаем. Ну это не жестко, но громко стонать одну минуту. Давайте засечем. Ты, Полин, ты соглашаешься выполнять задание? Полин. Ну сейчас я настраиваюсь, соглашаюсь. Сейчас. Помни, как там это было? Ты можешь закрыть глаза, чтобы было не так неловко. Это очень неловко. Я буду смотреть очень близко. Ты согласна его выполнить? Да, да. Все, давай, Полин. Раз. Раз, два, три. Даже настроиться не дает. Давай, давай, давай. Если у тебя не получится, то ты выбываешь. Минуту стонать. Громко, без остановки. Раз, два, поехали. Блин. Ну ладно, все, так. Подготовила магию. Давайте, все. Три, два, один. Ну все, ну ты не можешь. Нет, давай я поцелую с девочкой. Давай, ладно, попробуй. Я никогда в жизни не взяла уже. Нельзя, если ты уже выбрала наказание, то ты не можешь вернуться к поцелую. И раздеться уже нельзя вообще ничего. Давай, все, Полин. Стани, Полин. Вариант есть только стонать. Тебе помочь? Вот это я понимаю сейчас. Так, я тебе передаю свою чакру. Ну все, я убиваю. Нет, Дубов, ты что, не хочешь попытаться? Попытайся хотя бы. Ну, минута уже прошла на раздумья. Не, ну, есть... ну давай, дадим тебе шанс. Давай. Ну поддержите. Давай. Ну с такой поддержкой даже я бы от счастья застонала. Тут даже речь не о задании идет. Обожаю Карину. Так что давай. Давай, Полиночка, закрой глаза, чтобы было не так неловко. И представь, что ты одна. Представь, что ты не одна. О, Господи, ладно. Не получится. Ну все, ладно, Полин. Хорошо. Блин, ты супер. Круг у нас сужается, дорогие мои. Мы продолжаем. Ну это уже... Там, знаете, если подушку заделать. Нет, ничего страшного. А что, на кого попала? А на кого попала? Надо... Прекрасно. Потрясающе. Да. Целуйтесь? Конечно, нет. А, как это скучно. Ну ладно. Ты читала, да? Теперь читай, нет? Да, читай. Задание повтор. Потому что оно было уже в прошлом выпуске. А. Дать ведущим разрезать один элемент твоей одежды, который они выберут сами. Нет, я... Ты готов выполнить задание? Я считаю, что штаны это отлично. Да. Да? Прекрасно. Да. Либо штаны, либо не штаны. Как вы их будете? Ножницами. Просто полностью как захотим. Разрежем все твои штаны. Мы жестокие. Такие вот. Ну что, у тебя есть минута на раздумье? Нет, нет, ну да. Целоваться. Давай. Целоваться уже нельзя, потому что ты выбрал наказание. Да, либо ты уходишь без штанов. Либо ты уходишь из круга. Да, в штанах. Либо ты уходишь в штанах. У тебя два варианта. Штаны. Все, давай, штаны. Давай. Ножницы в студию. А, то есть вы еще на мне будете? Конечно, ложись. Слушайте, какие смелые участники. О, тут замочки. Начинай, Кариночка. Не отрежьте ему ничего. Мне жалко, что они такие симпатичные, блин. Они не раздвигают, не раз... А, нет, как же. Так тут их резать не надо. Я уже порезала. Это щитовая или... Ты боишься? Ай, блядь! Все, давай. Все, давай, режем. Давай, давай, наслаждайся. Блядь, как бы это... Процессом. Процессом, наслаждаюсь процессом. Ой-ой-ой. Не отрежь ничего лишнего, Зай. Да, ничего, ничего не отрежу. Вот это оставь, чтобы он не мог... Стой! Да. Держи. Дальше. Господи. Че, ну так сильнее. Ну, давай попробуем прикольно сделать, да. Что он так боится? Ну потому что ты задела кожу. А если я задену трусы? Твою мать, как страшно. А если я задену трусы? Ну это уже две вещи, конечно. Но я немножко. Простите.
Так, ну что, я чуть-чуть... Трусы мне должна теперь, you know? I know. А, я не знаю, как-то еще надо это сделать. Бриджит. Ляна, у нас жестокая. Давай я теперь. Давай. Ляна, у нас жестокая. Давай теперь я. Переворачивайся на живот. Да. Да, сейчас на жопе еще вырезы сделать. Ты как будто в метро поучаствовал в войне. Блин, мы такие мерчи делаем классные с тобой. Давай, режь, да, Кариночка. Ты первая. Ты, да? Ты же знаешь. Ну, ладно. Хотя нет, я знаю как. Давай жопу ему вырежем. Вот я почему так и думал. Карманы просто отрежем. Они такие влажные, знаете. Ну, я считаю, очень стильно выходит. Ну, да, красиво. Ну, зимой нормально. Зимой самое то. Вот такой вот красивенький у нас получается кармашек. Держи. Отдельно от штанов. Естественно. Полная. Я хочу сделать вот так. Так. Знаете, когда ножницы у Карины в руках, это так опасно и страшно. Нам очень нравится с Кариной резать одежду людей. Блин, джинсы правда классные, жалко. Но теперь они стали еще круче. Ух ты. Ух ты. Джинсы, слышишь, как фильм «Бриллиантовая рука» или как фильм называется? Джинсы плавно превращаются в элегантные шорты. Сука. Ну все, вставай. Я понимаю, тебе понравилось у нас? Вообще классно. Я прошла танцевальный. Не прогрессируйся. Есть ощущение, что я, типа, чувак, персонаж в игре, который, типа... После взрыва. Блин, капец, это было очень смело, ребят. Дать порезать свои джинсы. Ты молодец. Спасибо. Если капец. Кто-то не выполнит задание жестче, я думаю, известен уже победитель. Да, блин, это правда было очень круто. Ну что, крутите. Продолжаем, да, крутим, ребят. Следующий человек. Бутылочка у нас показывает на прекрасную. Или на прекрасного. На кого? Непонятно. На парня или на... Стойте, подождите. На девочку. Все? Да, ну показала что, на девочку. Кто что выбирает? Ну целуетесь, что, не целуетесь? Вы... Да. Целуешься или наказание? Нет. Она потом ставит оценки. Да. Хочешь, как хочет, говорит. Ну что, продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10! Молодцы! Ну что, какую оценку вы друг другу поставите? А можно без оценки? Нельзя. Если такой простой вопрос, тогда 10. Ты поставишь 10? Да. О, вы какие милашки. Ладно. Искорки промелькнули. Продолжаем. На кого? Это второй раз. Уже. Обожаю это лицо. А на кого? Максимально напуганная неловкость прям ощущается. На кого показала? На Диму. Ну вот. Ну что? Давай. Целуйтесь. Почему? Наказание? Да попробуйте. Ну что, как постригать? Я не хочу. Точно не будем пробовать. Хорошо. Дима, ты бы его поцеловал, если бы он захотел? Нет? Итак, задание – укусить за сосок любого участника из круга не через одежду. Которого выберут ведущие. Ну, я считаю, что вот на кого... Которого выберет бутылочка. Да. Так что давайте крутим, если укажут нет, на девочку. А бутылочка уже выбрала Диму, ему нужно А, ну все. Нет, ты не можешь Ты не можешь отказаться. Не можешь, нет. Целуй его за сосок. Давай. Укусить, Зай, укусить. Да, я говорю, целуй. Ой, кусай за сосок. Да, кусай. Ну, можешь поцеловать. Кусаешь или выходишь? Кусаю. Давай. Поехали. Я кусаю. О, Господи! Продолжаем. Бля, это больно, наверное. Смотри, оттяни его зубами так, чтобы мы видели. Ну, иначе не считается. А как мы поймем? Поехали, все. А, бля, это было больно! Ну, супер, что сказать? Блин, это было круто! Это было сексуально, я бы даже сказала. Да, я с тобой согласна. Ну что? Господи. Блин, чувак, ты крутой, реально. Это было потрясающе. Я твоя фамилия. Вот это напуганное лицо. Ну что, целуетесь? На ногах. На как?
Да, 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 нет, мальчик, подушка его. Да и ты. Ну что, целуетесь или задание? Давай задание, там что-то интересное. Так просто было. Ну ладно. В задании написано: облизать от пупка до подбородка участника, на которого указала бутылочка. Как удобно. Ну что, ты согласна? Ты выполняешь? Или? Окей. Блин, каким? Да, прямо вот до сюда. И можешь поцеловать, тогда ты точно выиграешь в этом выпуске. Карина подстрекатель. Ну что? Не-не-не. Как это нет? Ты в третьем туре сейчас находишься, напоминаю тебе. Ну и же, у тебя есть шанс отказаться. Ну что? Кто-нибудь уже облежите меня, пожалуйста. Давай. Шею, шею, шею. Еп. Хорошо, окей. Засчитаем. Это было, да, я. А оценивать можно? Давай. Оценивать можно, давай. По десятибальной? Да. 4. Почему? Почему? Я ничего не почувствовал. Это было не так страстно, как ты хотел? Я ничего не почувствовал сначала, в самом начале, когда вот так пупочек шел. Значит, это не так. Окей. Крутите. Супер. Итак, поцелуй состоялся. Давай выберешь задание. Хочешь? Нет, ты чего лапаешь на задание? Пусть будут страстные поцелуи. Давай, ну, давай, целуй. Ну подумай про задание, потому что интересное. Интересно. А есть еще, ну, будут еще этапы какие-то, нет? Давай задание. Все, это последний. Давай задание. Давай. Да, читай. Отгрызть и проглотить ноготь участника, на которого укажет бутылочка. Ну, указала бутылочку. Ты не соглашаешься? Все. Да? Серьезно? Да. Вот проще нужно было поцеловаться и прислушаться к своей интуиции. А не к нашему всяким этим словам. Спасибо тебе большое за участие. Да, спасибо. Пока-пока. Пока. Сейчас, 3 секунды. Сейчас я скажу. Что делаем? Все, я сейчас скажу. Все, да, ты да, что-то да, придумала? Что придумала? Все, заканчиваем, да? Да, да. Все, тихо. Ну что, дорогие мои, круг закончился, и выбор только за вами. Пишите ниже в комментариях, как вы думаете все-таки, кто победил в этом выпуске. Вам только вам решать и больше никому. Поэтому пишите в комментариях, если что, ссылочки на участников все ниже в описании. Ну и, соответственно, на наши что? Инстаграмы. Инстаграмы, правильно. Поэтому подписывайтесь, дорогие, мы вас любим. Спасибо вам большое, что досмотрели этот выпуск до самого конца. Повторюсь, выбор за вами. Всем пока-пока. Пока! Победитель этого выпуска проходит в суперфинал. Это выпуск шоу, в котором будут сниматься только победители и бороться за денежный приз. Если в финале останутся несколько участников, то именно вы, зрители, будете решать, кого мы увидим в суперфинале. Вы можете прямо сейчас повлиять на судьбу участников и определить, кто из них был самым ярким и смелым. Голосуйте внизу в закрепленном комментарии. В следующем выпуске мы узнаем, кто из ребят проходит суперфинал и получит возможность побороться за денежный приз.